Всем здорово, ребят, как... Что я сказал? Всем здорово, ребят, я Кэсси, Зерокот. Сядьте у нас и игра в толку, ребята. К сожалению, из-за того, что реально куча у меня дел... Ладно, мне просто лень проходить. Поэтому я скипну... Не буду вас обманывать, я признался честно, поэтому... Не орите на меня, пожалуйста. Я скипну FNAF 2 опять. Мы же снимали что-то до этого еще? Хотя бы две серии по FNAF. А, нет, я снимал, да, вот все. Ну, в общем, ребята. Ребята, погнали проходить третью часть, потому что, ну... У меня реально дел, на самом деле, много. И проблем, и видео надо много снимать. И я не успеваю просто, и поэтому... А мне хочется, мне интересно, посмотреть, что будет дальше. Поэтому погнали по FNAF 3 сразу. Пропустим все, что... Пропустим второй и первый FNAF. Вот. На самом деле, что-то какие-то... Что-то начало происходить просто невероятное. Ну, я не знаю, как сказать по-другому. Я о том, что почему-то игры выпускают обновления постоянно теперь. Когда были каникулы, ни одна игра ничего не выпустила вообще. Ну, может, что-то там кто-то выпустил USA, под конец. Ой-о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 й
франшизы создав аттракцион ужасов. Фазбер Фрайт — копия старой пиццы Фредди Фазбера, предназначенная для возрождения десятилетних городских легенд, которые окружили заведение. Ой, здорово! Теперь так продаешь, торгуешь нас, да, братан? Прикольно. Так, все заткнись, давай. Да ну чё, сразу? Нет, нет, стойте, стойте, стойте! Мы чуть не запускаем. Да заткнись! Ой, какие логи. Да заткнись, пожалуйста, все, хватит, мне интересно, что ты говоришь. Чего у тебя такой глаз? Мне вот он интересен больше, чем ты. Что я хотел сказать? ФПС. Чё с ним вообще, капец какой-то. Это во-первых, а во-вторых... Красиво, зараза. Опять сделали красивую игру. И опять свою тупую карусельку себе добавили, эти рычажки. Давай сейчас посмотрим на то, что здесь есть. То, что мы хотели, да? Первой ночи же во FNAF 3 не бывает же, да, аниматроника? Дорогой генератор. Это ведь Фоксян у нас. Вентиляция. Так, идем дальше, получается. Так, там камера вентиляция, окей. Стало тихо. А где спрингтрап-то? Нифига, куда спрингтрап-то дели, погодите. Можно выйти? То есть есть два выхода, да, получается? Один, я так понимаю, для нас, да, для охранника, как бы. Прикольно. Сейчас мы столкнемся с новой игрой. Ну, я про то, что... обычно мы просто проверяли, да, все это камера, а теперь мы еще не только будем делать это, да? Насколько я понимаю, верно ведь? Нет, будем, конечно, следить, да? Но еще будем, короче, это... Нет, с FPS, конечно, да, проблемчики у нас. Так, а где? Погоди. Они ж переделали, они ж переделают все локации. Они ж все локации переделывают, а я думаю, я думаю, где Бонни тут-то? А он, кстати, вон только что был, да, у нас. Ну, понятно, все понятно. Ай-яй-яй. Ой, блин. О, слышали? Ебать, слышали спектрапа? Ой, не спектрапа, а дверь. Дверь открылась. Не, давай посмотрим спектрапа. Я спектрапа, зараза, слышал. Лёграфон, слушайте. Они такие игры красивые делают. Вы бы они хоть прохождение бы создали? Ой, блядь. А где? А его здесь нет, кстати. А что за дверь тогда была? А, блин, мы, кстати, во второй ночи то же самое слышали. А почему постоянно слышу звук дверей, кстати, ребят? Кто знает чат? Ой, чат. Подписчики. Привык просто. Реально, я уже не первый раз слышу, как кто-то открывает дверь. Ну, блин, игра красиво сделана. Так FPS, ну ладно, неудивительно на самом деле-то. О, здесь свет появился, кстати.
А я думаю без света. Использовать каверы, погнали. Ой, блин. Так, давайте с 10-й, да, начнем. 10-я камера. Это где? Это у нас где выход? Да, да, это где выход получается? 4-я камера. О, там это, голова Мангл. Алло. Чё за звуки пошли, вы чё? Ребята. А как? Погоди, вот закрыть панель. Все. Погоди, давай-ка это. Мне эти звуки нравятся, давай-ка сюда аудио воспроизведем. Кто дышит? Кто дышит, а выйти? Сюда. Что происходит, я не понимаю. Самого звука аудио мы не слышим. А если вот мы сейчас на первую камеру сделаем, то мы же услышим, да? Блин. Тут вроде бы не должно спринтрапа сейчас, да, быть первую ночь, я так понимаю. Ну блин, как напрягает. Ну-ка. Нет, все равно не слышим. Первая камера это прям возле нас. Ой. Я всегда хотел, на самом деле, уже перейти помимо первой и второй ночи что-то другое. Ну а что мне с этой делать? Не вот так типа сделать? Ну, кстати, можно вот так тогда придется играть, но тоже херово, на самом деле. А, все, прошли. Ну сейчас мы с вами посмотрим спринтрапа тогда, ребята. Вот. Но там как всегда, да? Не без лагов. Вот он, так игра еще не прогрузилась, зараза. Ой. Блин, ну красиво. Чего, блять? А, то есть с анимацией сразу? Я же к нему подойду, он же меня не может бить, да? Ебать. Как всегда, у этой игры проработка аниматроника просто величайшая. Так, давай превью вот так вот сделаем как-нибудь. Ой, блин, так клёво. Ой, зараза, как круто. Ой, я в шоке. Я в шоке. Это, блин, прям реально. Вот у нас Чика. С подсветочкой, да, RGB. Горит у ней там. Ну, погнали проходить ночь, получается, ряд первый за спектрапчиком. А, вот и я не знаю, сказал я, успел сказать или нет. Ай, какие звуки. Так, давай, до свидания. Погоди, а я не смогу, да, его замутить? А, не смогу. И не знаю, не помню, сказал я вам или нет, но это... Насчет спрингтрабуса. Он сразу не пойдет, да, насколько я знаю. Окей. Насчет спрингтраба, это то, что мы, у нас что-то прям видео по со спрингтрабом связанных что-то довольно уже много на самом деле. Опа. Он уже пошел? Где? 8-я. Ну не знаю, насчет анимации, конечно, но. Ой, погоди, стой. Hello. Давай его приманим, он сейчас пойдет туда, да, по идее. Пошел. Алло. Почему не реагирует на мои звуки? Hi. О. Что за. Да ну нет! Что-то чинить надо? Кого? Почему я ваши шаги слышу? Или это мои? Чинись. Все, давай, закрыть. Как закрыть? Да вы гоните. Стой, да... Иди туда! Пожалуйста! Он пошел? Че, опять что-то сломалось, что ли? Чего? Да вы гоните, я только, блин, починил ее. Закрыть. Там кнопки закрыть вообще не существует. Hello. Спринтрап? Это опять, да, что сломалось? Нет. А в оригинале вообще-то отмечается, что сломалось, что нет. Да уйди ты от... Ладно, пойдем сдаваться ему в рабство. Спрингтрап? Спрингтрап? Ты где?
Здорово. Он стоит. Ля, ты здоровый на самом деле, капец. Он реально капец здоровый. Что он делает? Спритрап! Что с тобой? Жалко, что он нас не обращает внимания, было бы очень клёво. Ладно, давай посмотрим на его скример тогда. Мне что, подходить к нему? Ладно, ладно, погнали. Ля, ну, скример как скример, да? Ну так. А ещё давайте, я покидал Сейбл Кайсер Код, вот так вот себе поиграли. На Doom 3, что за анимация мне? Там какая-то такая сцена как будто пошла. Вообще, всем покеду, ребят, с вами был Кайси Дарокот. Люблю вас, удачи. Обязательно с вами как-нибудь поиграем, либо я опять пропущу все как всегда, да, потому что ленивый. Вот, так что давайте, удачи, люблю вас, пока.